разрушенный старый храм. Я слышу портал где-то рядом. Ну, я его и видела, когда сюда ехала. Подожди, подожди, здесь. Ух ты, даже может какое-то красивое место. Дорогая Хедвига, ты была абсолютно права, когда отговаривала меня от этой экспедиции. Почему декан факультета археологии отдал все руководство в руки этой чертовой фики? Кто нашел фиолетовый рубин Ая Гвендолин? Я или она? Гвенвал, ты должна знать, что ведьмак все-таки вернулся. Рубин снял барьер, как я с самого начала говорил, и позволил обследовать то, что за ним. Ведьмак, представь себе, почти что убедил эту душам вернуться в город за дополнительной охраной. Мы же не знаем на самом деле, какие опасности нам так поджидают. Вот какие люди умеют поднять себе дневную ставку. Дюшам сразу же подхватила эту мысль и вспомнила предание, согласно которому на гробнице должно лежать проклятие. Однако я убедил коллег не верить в эти сказки. А если кто-нибудь из нас между делом убежит и попробует разграбить эльфийскую сокровищницу? Ты ведь знаешь, что, согласно моему переводу, слово «наиценнейшее» может означать только одно – утерянную сокровищницу короля Диверта. Диветафа. Мы идем, пятна крови. Дали неразборчиво из-за пятен крови. Ведьмак был прав, не надо нам было сюда заходить, это место проклято. Мне едва удалось бежать. Я выбрался и вынул рубин. Пытался, крылся я в безопасности. Но остальные... Боже мой, что здесь случилось? Идемте проверим. Включить свет. В общем, проклятые рубины, проклятые сокровищницы. Теперь хоть что-то видно. Серьезно? Что тебе видно? Что-то там шуршит? Кажется, там призраков много. Баргест. Ух ты, я вижу, здесь можно воздействовать на стену. Хорошо. Так, здесь еще проход. Закрыто. Нужен ключ. Возможно, это будет выход. А вот и тела. Эти, похоже, бежали к выходу. Ладно. А вот и тела. Эти, похоже, бежали к выходу. И не добежали. Ладно. Утерянная сокровищница короля, говорите? Это всегда интересно. Давайте тум устроим здесь. Ну ладно, сами напросились. Нифига не видно. О, господи, что здесь? Ну, ясно, скорее всего, какая-то многоножка. Кстати, у меча интересная способность. Вроде бы каждый раз оно плюс 10 урона добавляет в описании. Я про серебряный меч, который нам дала повелительница озера. Мы, кстати, находимся вот здесь. У него вот... Каждый удар генерирует заряды, увеличивающие удар урон мечом на 10. Заряды тратятся со временем при получении урона. Полностью заряженный меч данный критический удар.
Да, убийство врага заряженным мечом навсегда увеличивает урон этим оружием. Вот я не помню, как он был в самом начале. Ну, ладно, мы пришли отсюда. О, ты посмотри, что тут у нас. Что-то у нас лежит и не отсвечивает. Так. Новое место силы, хорошо. Ну, место силы и сокровища древнего короля как-то между собой не очень хорошо сочетаются. Ну ладно. Господи, ну я же на Квен переделала. Вот так. Теперь хорошо. Тут, наверное, прыгнуть надо. Призрак, привет. Блин, боюсь призраков. Ладно, давайте тогда намажемся от призраков. Помню, он светился и был голубенький, да. И еще нам нужно масло, я хотела выпить. Господи, не туда пошла. Хотела выпить яду, что называется. Выпить эликсира, кошку. Вот эту. Строим сейчас вам тут массакр. Где вы мне? Сколько вас там? И так вот, раз, два и куча трупов. Так, где следующий призрак? Тупой топор и топор. Ой, полезно. Так, что здесь? Ведьмак. Он обрушил свод на врагов и при этом погиб сам. О! Неожиданно. Так, хорошо. Руми. Так и думала, что это не просто так. Ну, естественно, мы здесь все соберем. И убьем всех призраков. Что мешает спать. И место силы тоже познаем. Эпитафия король Тевета. Тевета. Здесь почиет наш отец. Он погиб, чтобы другие могли жить. Ясно. Подожди, подожди. Похоже, сумка принадлежала ведьмаку. Фига себе. В одном подземелье прям все собрали. Собственно, мне не следовало удивляться, что мастер Тинсаэль захотел так много за изготовление гроссмейстерских доспехов. Нет на доспехов. Нет на свете другого такого мастера. А я ведь повторял Весемиру, что того, что он мне с собой дал, едва ли на один серебряный меч хватит. Я уже такой кусок пути протащился сюда из Кармохен. Зачем? Эх, придется присмотреть себе какую-нибудь работу. Дописка. Сегодня Тель Саэль познакомил меня с руководительницей экспедиции Арх. Отмет неразборчиво. По крайней мере, договорились. Я обошел округу, и мне кажется, все спокойно. Хотя поблизости от руин у меня несколько раз задержал медальон. Поэтому я посоветовал им разбить лагерь чуть подальше от главного хода. Кто знает, что там может внутри водиться. Говорят о каком-то проклятии, так что не удивлюсь, если мы наткнемся на призрака, а может, на Бальгеста. Да. Мог бы взять с них побольше. Завтра начинаем исследование. Ронял группу археологов. И вы видите, все пошло не очень хорошо. Краска, хорошо. Так, а где же находится, где-то надо мной находится этот? Этот знак. Но, к сожалению, ему никак не дойти простым путем. Будем исследовать местность. Ух ты. Ключ. Старый эльфийский ключ. Вот мы кот нашли. Кстати, там собаки.
Откройте дверь. Собака где-то там. Ладно. Очевидно, этот портал... Господи, привет, собака. Недобиток какой-то. Очевидно, этот портал, он сверху, на самом этом здании. Но тут не особо много всего есть. Мест. Что там за монстр бродит? Да, где-то сверху. Место то же самое. Все-таки при свете факела все здесь гораздо более аутентичненько и более страшно, что ли. Ладно. У нас как раз прошла кошка. Пойдемте поищем это место силы сверху. Странно, что оно именно там нам светилось. Вон оно. Где-то здесь. Это место силы. Отсюда изливается магия. Господи, откуда там магия уже изливается? Чувствую, что мне сюда. А возможно и нет. Серебряный перстень. О, я вижу дверь. Я вижу дверь. Как хорошо. Жалко только, что это будет зря потрачено. Это сила. Просто потому, что... Я же сейчас пойду. По обычным своим делам. Ладно, зато с него получу очко. Получается, что эта сила, она держится 30 минут всего. Баф. Как красиво сделали, правда? Ладно, сохраняшка, цветочек-собирашка. Я, в общем-то, ехала к перемещалке. Ладно, на этом закончу.